В Саранске прошло заседание регионального политсовета партии «Единая Россия». Обсуждалась реализация новых федеральных проектов. Также были подписаны соглашения о сотрудничестве между местным отделением и общественными организациями. Подробнее об этом Евгений Волков. Это заседание регионального политсовета было посвящено прошедшему в Москве съезду партии «Единая Россия». Там подводились итоги работы за последние 5 лет, обсуждалось выполнение наказов избирателей и разрабатывалась стратегия дальнейшего развития политической организации. На съезде сформулирован алгоритм работы партии. «Единая Россия» не только принимает решения на законодательном уровне, но и держит на партийном контроле ход их исполнения. А это значит, что наша партия – это не просто партия конституционного большинства и без преувеличения правящая партия, главный политический ресурс президента нашей страны. Еще один вопрос повестки дня – федеральные партийные проекты. Сейчас Мордовия приступает к реализации 4 новых. Это городская среда, местный дом культуры, парки малых городов и крепкая семья. Партийные проекты – это самый наглядный инструмент реализации и программы партии, и указов президента. Для нас, как социальной платформы, очень важно, что мы в реализации проектов сотрудничаем со многими общественными объединениями, которые занимаются вопросами социального обеспечения, вопросами помощи людям пожилого возраста, гражданами с ограниченными возможностями здоровья. И это вопросы образования, вопросы воспитания и усыновления. Также на заседании назначили председателей общественных советов федеральных партийных проектов. Завершилось совещание подписанием соглашения о сотрудничестве между региональным отделением «Единой России» и 2 организациями – Союзом автомобильного спорта и Союзом десантников. Евгений Волков, Александр Данилов. Наши новости.